Всем привет! Вы на канале Клёвая рыбалка. Всем привет, друзья! Вы снова на канале Клёвая рыбалка. Снова мы приехали на нашу протоку. В этот раз я не поехал туда, где я ловил в прошлый раз 9-килограммовых щук, потому что там народу сидит очень много уже. Вот. Я остановился в самом начале этой протоки, получается. И здесь буду сегодня пробовать рыбачить. Посмотрим, что получится поймать. А также хотел съездить за окунями в одно место, но по ряду причин не поехал. Приехал именно сюда. Посмотрим, если не будет ничего клевать днем, поедем еще одно место на озеро здесь рядом. Ветер сегодня будет северный. Так, только пробурился. В прошлый раз приезжал, привозил сюда коллег своих на этой неделе. Очень слабо клевало, погода была отличная. Но рыба почему-то слабо брала. Вот посмотрим сегодня, как будет. В бинокль посмотрел сейчас, там народу вообще куча. Более-менее так устроился. Перебурился ближе к берегу. Сейчас проверим. Вуаля, есть удар. Щука. Пиявках. Пиявки на ней вот так присосались. Thank you.
сегодня на обед вкуснейшие рыбные палочки. На природе. Сейчас еще от ветра отгородился, вообще тепло стало. Дело. Еще одна щука. Покушать не дают. Закон подлости в действии. Только сел покушать. Бац. О, какая. 4-5 килограмма, наверное, будет. Ну, без этих каких явок. Что ж, будем отцеплять, как говорится. Вот такой вот. Килограмм, может. 4-3. Каждым разом все меньше и меньше, да? Сегодня просто обалденный клев. Вообще мелкая рыбка есть или нет вообще тут? Ура! Ура! Окушок попался. На такую вот блюсинку. О, какой. Неплохой. Я рад. О! О, какой окунь! Опять акушер. Да что ты будешь делать, а? Здоровый акушер. Переборно. На, маленькие нужны. Они такие популярные. Маленькие нынче. Черт, глаз ушел. Это
еще не маленький. Еще поменьше нужен. Попробуем еще поменьше поймать. Да тут глобальный потоп. О! Кто-то едет. Новое место. Думаю, даст новые уловы. Надеюсь. В прошлый раз тоже так же было. Клевало до обеда. После обеда как оборвало. Так что сейчас съездим, проверим озеро. Мне просто самому интересно, что там на этом озере. Так, ну что сказать, друзья. Короче, съездил я на это озеро. Столько времени потратил. Вон, видите, сколько снега. Через снег пробивался туда. Можно сказать, быстренько так съездил. Также быстренько посадил там свой бур. Теперь он не бурит вообще. Просто стоит, проскальзывает. Так что... Слава из магазина Самура, который точит ножи в палладиуме в городе Якутске. Готовься. Скоро на неделе, наверное, отправлю тебе 5 ножи на заточку. Хорошо, хоть успел лунок набурить. Короче, парень оттуда приезжал сейчас. Рыбак. Говорит, едет оттуда, в низовье. Там, говорит, нету ничего. И там, говорит, тоже где сейчас сидит, как обрезал, говорит. Не клюет. Ну, так же и у нас тут. Тоже как обрезало. Так, еще две лунки проверим сейчас.
Если ничего не ловится, то все, уезжаем домой. Значит, история повторится, как в прошлый раз. Хоть весь день просиди до вечера, полдня. Ничего не поймается. Шок. Ну что ж, друзья, закругляюсь, еду домой. Сейчас буду монтировать ролик еще, закидывать, чтоб вы посмотрели. В общем, решил, что еще пока рано, рыба еще сильно не движется, стоит, поэтому пиявки, все такое. Надо, чтобы щука зашевелилась, тогда рыба будет шевелиться. Вот улов за сегодняшний день. Два неплохих окуня. Вот. Такие окуня есть помельче. Средние. Вот отсюда. Вот, смотрите, щуки какие большие. Вот. Самая крупная. Помельче. Ну вот, отсюда что-то испеку в духовке. Что-то буду варить собаке. Что-то поест кошка. С чего-то сделаю юколу. Что-то пожарю. Ну, в общем, так. Много это или мало, решать вам. Если сюжет понравился, ставим лайки. Будут дальше сюжеты. Поэтому подписываемся. Делимся с видео. Всем пока.